хорошо. Особенность эндаумент-фонда в том, что расходоваться может только процент, полученный от пожертвований. Пополняется своего рода копилка деньгами и ценными бумагами, которые вносят меценаты. Фонды целевого капитала существуют во всем мире и являются старейшим инструментом поддержки вузов. В Челябинске такой механизм появился в прошлом году. Первый взнос в фонд целевого капитала внес наш председатель попечительского совета, который принимает активное участие в жизни университета, поддерживает наши проекты многие. И вот первый взнос составил 3 миллиона рублей. Предприниматель Александр Аристов не единственный, кто пожертвовал крупную сумму. Свой вклад в общее дело внес и один из выпускников университета. А при том, что фонд считается сформированным после того, как собирается 3 миллиона рублей, руководство вуза уже планирует первые траты. Поддержка научных исследований – это приглашение выдающихся ученых сюда, в университет. Это возможность поддержки талантливых студентов. Это возможность проведения каких-то мероприятий, важных для развития университета. И иные цели. Теперь задача ректората – сформировать правление эндаумент-фонда и попечительский совет. Члены последнего, в свою очередь, должны будут выбрать компанию, которая будет организацией для грамотного инвестирования и получения дохода. Анастасия Мельникова, Александр Беспалов, Антон Ступко, СТС, Челябинск.